дошкольного образования. Дайте мне уже поспать! Убрать громкость до одного. Слышь, ты че не понимаешь? Я сейчас тебе дам по жопе, а ну выключила тварь! Я сейчас вылечу! Я сейчас выключу твой мозг! Детишки, завтра у нас будет день талантов. Я думаю, мой талант — это слушать музыку целую ночь. А я думала, что сегодня будет не день талантов, я думала, что сегодня будет так, а вторник. О, боже мой, какой же ты идиот! А, ты где? Почему тебя только в школе учат, блин? Не моя проблема. А, то есть, так, я буду танцевать. Но я люблю танцевать, давай я буду. Давай потанцуем, нет, давай, потанцуем. Нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, заткнись. Сюся, барашка, а каков твой талант? Только посмей. Я люблю петь. Фух. А еще люблю танцевать. Нет. Нет. Пожалуйста. Нет. Очень хорошо, очень хорошо. Пеппа. Но я готовила танцы. Давай другое. Тебе нужно проявить другой талант. Но я очень-очень люблю танцевать. Ого. Ни за что. Не получилось. Увы. Не волнуйся, Пеппа. У меня это получилось гораздо лучше. Это было легко. Это тот чувак, который работает в Макдональдсе. В общем, я хочу большой бургер и большую картошку. Я знаю, где ты находишься, тварь. О, круто, приходи, я покажу, как я танцую. Я хочу луковые кольца, говяжьи стейки. Сегодня к тебе придет Синка Пеппа. Кто? Пеппа. Синка Пеппа. Кто? Пеппа. С тобой в школе учиться. Синка такая розовая. Ну, Пеппа зовут такая. Точно. Все, чел, вспомнила. Ну, в общем, она хотела танцевать, но номер с танцами достался мне. И я его легко исполнила, легко как овечка. Ну, короче, у нее не получилось показать свой талант, и ей сказали искать другой талант. В общем, я хочу луковые кольца, бургер со свининой за 2.25. Алло? Мой бургер со свининой? Много времени спустя. Ты там еще на линии? Пеппа! Ну, короче, ты не поверишь. Вот я такое тебе расскажу. Что? Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Ты издеваешься? Не издеваешься надо мной? Да, ты не разговариваешь, потому что издеваешься надо мной. А ну говори, зараза. Я буду висеть на этой трубке, пока ты не будешь говорить со мной.